Киселевой. Алена и Маша, они ближе к вам. И отличный кат в исполнении Кристины Поли. Хорошая подача в Марию Конторскую. И она забивает 1-1. Подача в Кристину. И оттяжка. Отличная игра в защите Альдалены. 2-1 не получается. И Оля будет нападать со второго. Да, со второго через трос. 3-2. Смена! Подача в Алену Фадееву, посмотрим. Скидка с двух рук и... Подача в Кристину Киселеву, хороший уверенный прием, и Кристина... И... Краб подать на линию, или Оля будет нападать со второго. И она это уверенно делает и забивает. Подача в Машу. Хорошее нападение. Оля будет снова со второго бить. Алена Фадеева на месте и... И... Не получается ката. Хорошая подачка Оля со второго. Отличная игра в защите от Маши. И... Смена! 7-7 забивает. Мгновение этих пар. А, все ставили на то, что они дойдут до финала. В этот раз очень хороший прием. Пасуют. Девять-семь. После блока Ольги Мотрич мяч падает перед Кристиной. И счет становится 9-7. Десять-семь. Ошибается в нападении Ольга Мотрич. В пользу пары Алены и Маши. Подача Марии Конторской. Показала Оля, что будет нападать со второго. Восемь. 10. И Алена Фадеева на месте. О, идеально. И Маша. 9-11. Блин. Нападение со второго. И аут. 10-12. В этот раз не получилось. На Фадеева продолжает она подавать Кристина Киселева. Скидка с двух рук и не добегает Алена. 12. Смена. Кристина с Олей отыграли. И... Кристина на месте. Не получилось на этот раз сильно ударить Оля. И со второго. 16-16. И... Алена молодец и... Смена! И...
Хороший прием Кристины. Крабом не получается забить. Навела. Смена. 22-21 после блока Марии Конторской. Хорошая подача от Маши. И это возможность выиграть эту партию.